Министерство сельского хозяйства Калмыкии подвело итоги расплодной кампании. В текущем году сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами получено более 194 тысяч телят. Это на 13,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Что касается окотной кампании, то животноводами получено 1 миллион 210 тысяч ягнят. В большинстве хозяйств план выполнен на 100%. Флагманом по результатам нынешней окотной кампании является Яшкульский район.